Вы смотрите информационный канал «Город», и мы продолжаем. Ночью на реке Вятке в Нововятском районе полицейские задержали браконьера-рецидивиста. Теперь за вылов рыбы в нерестовый период нарушителю грозит уголовное наказание. Подробности в рубрике «Место происшествия». Кто здесь находился, что делал? Рыбачил. Рыбачил? Знаешь, что запретный сезон? Я знаю. Тебя задерживали ранее? Да. Мужик водится просто. А что рыбачил? На сетку? Ну все. Сети далеко стоят? А вон. Мужчина поставил 100 метров сети вопреки запрету на ловлю в нерестовый период. Он начал действовать с 18 апреля и продлится до 10 июня. В это время полиция проводит рейды. Добычей браконьеров стала рыба в количестве 18 штук общим весом более 7 килограмм. Проведенная ихтиологическая экспертиза установлена, что рыба выловлена незаконным способом, а именно сетью в нерестовый период. В период на браконьера возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде. Нарушителю грозит штраф, размер которого определит суд. На улице Щерса троица приятелей приехала из Оричевского района в Киров за приключениями, и она их получила уже на въезде в город. После остановки приятели устроили скандал. Они, конечно, были недовольны задержанием. Вот дай мне один. Ты слышишь? Это ты что делаешь? Я тебя пускаешь. А ты что, меня 10 штук грубишь? Я тебя поймаю. Слышь, ты что грубишь? Я не грублю, ты грубишь. Исчезни вообще ты. Какого основания ты снимаешь меня? Журналистский закон. Журналистский? Да. Знаешь что? Теперь Ивану может грозить уголовная ответственность за повторное пьяное вождение, а его другу придется отвечать за хулиганство. На улице Упита пешеход Анатолий неудачно пытался убежать от хулигана сбитто. И он хотел оторваться от преследования и рванул через дорогу, но там его сбила женщина на Kia. После аварии Анатолий рассказал хронологию событий. Я испугался, ну, мужик битый железный бежит. Он у тебя сбитый-то, зачем бежал? Он сигареты мог. Хотел сигарету, просить. По информации ГИБДД, от оформления аварии Анатолий и женщина-водитель Kia отказались. Возможно, на иномарке не было повреждений.